Сегодня совмещены две дисциплины. Совмещено классическое ралли с ралли-рейдом. Рейд – это так или иначе длинные гонки, марафонские. И, скорее всего, что техника с одной дисциплины дополняет другую дисциплину. В трофе где-то на переездах быстро едешь, там нужны раллийные навыки. А в ралли порой бывает, попадаешь в такую суровую погоду, да, что дороги там размывают, там уже какой-то трофейный опыт тебе помогает. Спорт, он должен быть массовым, максимально массовым, то есть его нужно сделать доступным и понятным. Еще можно расти, еще можно совершенствоваться, еще можно воспитывать команду. Совершенству нет предела.